Что вы, друзья, доктор разбирает. Столько хороших препаратов передали для осады. И молоко, и витамины, и препараты для суставов. Спасибо большое, Наталья. Сейчас зачитаем ее письмо. Да, так, не кусайся. Здравствуйте, дорогие Олег Алексеевич и Илья Аркадьевна, а также тайгановцы и ваши в вашем лице. Огромное вам спасибо за неравнодушие, любовь, тепло и заботу о братьях наших меньших. Отправила вам посылку для маленькой львички из Мелитополя. Имя ее так никто и не знает. Она точно не осада. Ну, как сказать, спорный вопрос. Многим нравится осада. Тем более с арабского, перевод с арабского, осада — это львица, лев. Так что, в принципе, я думаю, что ей подходит. Гляньте, как она играется. Коробка. Извините, что вмешиваюсь в ваш процесс лечения. Хотела как лучше. Спасибо большое. Это все пригодится. Что-то осаде, что-то другим львятам, малышам. Здесь очень много животных. Отправила витамины и добавки для суставов и для общего состояния. Краткие инструкции написала. Это очень хорошие витамины. Их у нас, к сожалению, почти не осталось. Собирала по всей стране. Это, видимо, все-таки из России мы выслали. Применялись всегда для лечения собак. Собак и кошек я добавлю. Так что осаде это подойдет. Очень надеюсь, что пригодятся и поднимут львички. Ну а если ей... Ну а если не ей, то у вас много кому можно применить. Также их, пожалуйста, покажите их, пожалуйста, доктору. Спасибо вам огромное, Наталья. И вам, Наталья, большое спасибо. Так, Шкода. Ты тут не так, термометр или что-то уже. Не на школьничай. О, все, скажи, все, вы же мне пошло, поставили, скажи, я уже стала лечиться, принимать витамины. Да? Все почитаем, инструкции почитаем и посмотрим, что нашей личке можно сейчас применить. А какие хорошие у нее пледики. Ой, осада, ты звезда. Ой, звезда. Вау. Наталья, да, Санкт-Петербург? Здесь все инструкции к препаратам. И видите, каждая баночка пронумерована. Все пронумеровано. Вообще. Какое внимание, какая забота, как приятно. Спасибо, Наталья. Я не знаю, у кого еще есть такие друзья и подписчики? Ни у кого. Только у Тайгана. Я больше, чем уверена. Настолько заботливые люди, настолько вот они проникаются к этим животным, настолько их любят. Пеленочки для осадочки. Да. Да, малыш. Чтоб ты в туалет ходила, скажи. Да. Вау. Тут и жидкие витамины, и самое главное, даже шампунь передали. Но это похоже. Сейчас после карантина, да? После карантина. И как потеплеет ближе к весне, ее можно будет покупать. Сейчас лучше не рисковать. Нет, скажи, сейчас не буду. Ну, ой, как вкусно пахнет шампунь, осада. Осада, вставай. Все, ну все, пойдем. А то люди прям подумают, что ты только лежишь. Она лентяйка, она не хочет ходить. А не хочет. Она бегала здесь. Так, а где ее мясо? А мясо в железной мисочке большой Олег Алексеевич положил. Ой, да миски хорошие какие. А ну, давай. Давай. Еще пол скользкий, она не очень-то и хочет пить. Пойдем. Помыли полы. Вау. Кушай. Я скажу, водите, доктор, водите, пусть ой, ходит. Ой, так вкусненько. Скажи. Вставай давай. Ты жопа малая. Да.
Вот так лежа каждый может. Осада, ходи, ходи, давай, давай за доктором, ходи. Вот лентяй не удав. Не ползи, осада, не ползи. Честно скажу, это ногами. Как мы только не вели съемку, она тут бегала за мной и пошла покакала, и походила, как ни в чем не бывало. Только Татьяна включает камеру, осада сразу больная. Больная, несчастная, да. Да. Это так, как у меня воин Вася. Пойдем, пойдем. На камеру один раз поймала, осада, как он разговаривает. Иди сюда. Ой, осада, я занял твое место. Все. Все. Осада. И витамины. Нет, ой, и молочко для малышей. Такая хорошая банка молока сухого. Ну, а молочко ей сейчас уже начнем добавлять. Скажем, Леоргадии, она будет ей делать с водичкой. Идем. Ты жулио бандита. Так, это все убираем. Осада, мне что, за дверь выйти? Вот так вот. Я тебе говорю, там хейтеры сейчас напишут. Ай-яй-яй. Лежит, не ходит. Эй. Так, ну что, Саша, тебе сделать массаж. Тебе сделать массаж или сама пойдешь? Нет. Она объелась. Такой шагон, да. Она даже вставать не хочет. Ну, давай, давай, давай. Ага. Молодец, молодец. Угу, лишь бы к низке. Куда тебе уже, осада? Так, надо забрать, а то он теперь ест. Да, мне тоже так кажется. Уже переела. Попа толстая. Поднимать уже тяжело. Сейчас давай сынечек сниму. Да, чтобы ты не проглотила, не погрызла. Чав-чав-чав. Жадина. На говядину. Послушайте, друзья, какой приятный хруст мяса. Не зря Олег Алексеевич так любит сидеть в саванне и слушать, как его львы едят. Больше нет. Может, ты пойдешь поищешь?